Вот на этом баннере изображена улица Ленина, ну, которая всем, наверное, знакома. Единственное, что здесь некий такой отголосок Венеции. Ряд наводнений было в Омске, но вот одно из сильнейших наводнений в Советском Омске, это было в мае 1928 года. Река Омь, которая, все знают, по осени можно пешком практически перейти, поднялась на 8,5 метра. И, конечно, все силы на ликвидацию последствий наводнения, соответственно, было поручено милиции. И даже есть интересная статья «Милиция в борьбе с водой», где были задачи, даже не задачи, а было сказано, что сделало первое отделение гормилиции. На время бедствия были закрыты все пивные, сами понимаете, чтобы был порядок. Вот. Приняты были строгие меры по борьбе с мародерами. И вот целая статья из газеты «Рабочий путь» от 10 мая 1928 года «Милиция в борьбе с водой». Но вот что лично мне в этой статье больше всего нравится, не вот те меры, которые приняты к милиции, а я не знаю даже имени, фамилии этого журналиста, но чем-то мне духовно близок. Прочитаю просто последние два абзаца. Как на Луговском, так и на Макринском форштатах своевременному выселению жителей из опасных мест в значительной степени мешала беспечность населения. Многие не хотели уезжать. А когда хлынула вода, говорившие это кричали, звали милицию на помощь. Спасайте, гибнем. Знакомая же ситуация.